Ака хапка. Ой, мамочки. Салам алейкум, дохтору Аматунда. Мы двором Аматунда. Ахзен, хубен. Вот. Чё мады? Тарафоя Карла Липхинта. Липхинта всё время маме. Названиями улицара. Все дигар мигу. Кантар, ухтун шмуда. Вчера Екатеринбурга. Ещё он тебя. Салам алейкум, бонуони азиз. Хостум як парабару и шуму рекомендовать к нам. Компания Фаберлик декорми к нам. Бисюр дыхтару и кие хоиш дуран куркар дандар мархамат. Набрая пашкарами муным. Занзанен, мройдят к нам. Тарзи короба шумура нишон метя. Тарзи хариду фуруша бару и шуму нишон метя. Вот был старобрем. А юрист, остальные документы, которые дать юриса. Кунора будет бегирем, заявленира прокадаген, вайора будет иншаллах и бегирем. Так. Тара буварка мара, гумзадам ма. Карла Липхиндара на йоф теста. Лек на самом деле, подорожешь шру. Центр, позе. Айо домой рахме пусем, да? Агар бю. Ушки сгрем, но ушки нам бы даем на грифтов. А за нас точно на грифтов. А вот ты... Ой, мамочки. Не падай, не падай духом. Так, сейчас... Рассмешила меня. Я говорю, куда я буду носить эту коробку? Все равно я уеду. Коробка. Она хоть эта цепочка, но она легкая такая. А, это цепочка? Ну, приятно. Так. Реально, очень классная сумочка. Здесь по скидочке продавали, мне очень понравилось. Почему? Фирменная, да? Да. Почему я взяла именно эту сумочку, да? Я честно говоря, я очень давно хотела. Вот фирму можете там продавать, сами узнать цену. Цену не буду говорить. И... для чего взяла-то? В основном я обычно-то вот смотри, есть вот такие ремешки, да, можно вот так поносить, как бы красивенько, да? Да, красиво. Можно и вот так, вот, сумочка. И вообще можно вот это все убрать. Там я... ремешок есть, наверное, да? Нет? Нет. Другого нет есть, ремешка? Можно вот так поносить. Как? Как клатч. Как клатч, да. И самый плюс для меня, что я всегда, из-за чего хотела эту сумку, так скажу, из-за вот этого отсека. Сейчас вам принесем, вот, из-за вот этого отсека мне очень понравилось. Угу. Вместительная. Я, да, потому что, видишь, как бы я все время работала, у меня бумаги, тетради, альбомы, все это. Мне надо вот специально, это специально сделанный для тех людей, которые... занимается бизнесом, да, и им для очень... бизнесменов, да. Для деловых людей. Для деловых людей, да. Здесь умещается любая тетрадь, альбом. Вот, видите, она вместительная. Угу. Вот, я обязательно вам покажу. Потом еще есть вот такой ремешочек. Ну вот я про него и говорила, что ремешочек-то. Есть три ремешка. Вот этот у нас получается, вот этот классный, модный, под любой это подойдет. Потом есть вот такая. Еще, да, классненькая. Сейчас еще, вот, как раз. Кстати, я их вот... Спасибо еще, надо сказать, Айше за красивую двойку, которую она мне сшила. Спасибо. Пройдись вот здесь как раз. Да, пройдись, покажи.
دخترم آج خونه آمدم آدم یه میلادور چشمی فراف خدم یکم چیزی تیز چیزی شرین ما رفتم جای اوزباکو مگزینی اوزباکو در آمدم کافشکاشون چی گرفتم سامبوسا سامبوسا گرفتم با آیسو رفتم یرمولیسکی در آمدم هبکه وات پیچینیوی که مرا الویرا پسویت وات سکرده بود نامیدم بسیار دخترو دارم نشون دادم بسیار خریدم معقول شدم نکم دادم معقول نشدم ما از اوشکی در رفتم دادم اوشکی نیافتم زویتوشکی تویس نیافتم بعد اینه پیچینیو را دیدم ات از کاریسی بوار که را برا نمیره هم مرا خورد آمدم تا یک کیلو بود دساده چند روبل دا گرفتم پال نیم بود شد اگه خبک خونه آمدم با چی میفرمم خانم آدم سامبوسا گفتم تا زیربک تیار کنم نشد وان اوکسوسا گرفتم چود نینا میگه اگر امیر خولی بخری تا نیگو کبن شما اوکسوسا بود میکنیم خیر کردن که پیری برشید نکنیم دبا میگه کافه ای اوزباکو درم آدم گفتم اکه چیشون تیار شون باشه بگیرم قیومی تیار داشته بودن تیز نبود اوکا عموما نبشین تماد کتی کده گیبه نگرفتم نکی سامبوسا شون در اقت با مزا کم ترک شو خوردم انا که ایره از راز بالید میکنیم او کدی واح ایم جا بوش رو میه کم تر از اوش میدازیم جا او جوش اومده گی پسته یه نکم پیریمو تیار داره از یک پاپا بود میکنیم وای میشه Дальше что мякнем? Перец обязательно. Так. Берем что-то хашишума. Все. Да, я метанем уксус буду зем. Мчизой дар курму на буду зем. Ма писю рыба духту уже чи. Эх, да и мы. Все, возле кофе. Кофе тайорка на дар куре. Кампир, да. Хадам, да. Шануза какао мехра. То, что у нас тут пирожки с картошкой. Это у нас с чем, тетя Нин? С яблоками, черноплодной рябиной. Уксус и марам тайорай.